Короче, на смерти Даренко заработал 600 баксов. Ну, не заработал. Я как падальщик уж. И на подъемах тоже, блин, воровал. В общем, хочу эти деньги отдать, раздать нуждающимся слушателям. Ну, настоящим только нуждающимся. Вот, и которые сейчас, например, лежат где-нибудь у себя в квартире и тихонько умирают. Вот, и что, и как вот таких найти? Ну, я придумал способ. Можно ходить по подъездам, спрашивать бабушек. Типа, есть у вас тут немощные? Но, блин, это могут понять неправильно. Подумать, что хочу там их убить и переписать квартиры. И вот, блин, и как таких найти? Ну, а эти деньги что-то мне не нужны. Ну, мне вообще деньги не нужны.